Всем привет, с вами снова Макс Савич. Продолжаем проходить Doom It, и это у нас третий уровень. Ну что же, так, у нас есть топорик, который, по сути, мы уже брали. Здоровье нам не нужно. Давайте посмотрим, что еще здоровье. Замечательно, если что, сюда вернемся. Надо запомнить, что значит... А почему мы с топором, кстати говоря? У нас же был... Да, у нас же было нормальное такое оружие. Даже какой-то пулеметик был, правда, патронов мало. Ага. Слышите, кто-то ходит. Так, я не понял сейчас, что сейчас было? Да, это оружие нам надо явно поберечь. Ящичек. Зачем нам нужен ящик? Смотрите. Да, у нас же некоторые предметы можно передвигать по ходу игры. Они нужны для того, чтобы открывать какие-то секреты. Залезть куда-то. В общем, надо про это не забывать. Давайте-ка подойдем с той стороны лучше. Кажется, так будет даже получше. Где они? Где-то вот здесь прям, да? Так, надо, наверное, все-таки было чувствительность еще немножко убавить. Как-то я прям совсем косо стреляю. Ага, нашли какой-то ключ. Понятно, значит, теперь надо найти дверь, соответственно, куда применить этот ключик. И патроны для пулемета, это прям радует. Пулемет это прям вообще замечательно. Давайте, кстати, посмотрим заряд. Ну, о, отлично. Отлично. Воспользуемся пока дробовичком. О, блин. Так, что-то дробовик вообще какой-то малоэффективный на таких дистанциях. Ну, благо здесь везде аптечки, поэтому как бы... Нормально, нормально, жить можно. Ух, блин, тихо. Тихо, ребят. Ой-ё. Вот смотрите-ка, и все наши патроны практически уже кончились. Так, вот эту хрень можно двигать? Помните, на предыдущем уровне мы нашли тайник? Нет, это никак не двигается. А жалко. Было бы неплохо. Получается, мы сейчас по кругу тупо прошли, да? И ничего особо не нашли. Ну ладно, давайте дальше смотреть. Где-то должна быть дверь. У нас же теперь есть ключ. Хотя, может, это не от двери? А, нет, ну от двери явно, да? А здесь, по-моему, мы не были. Как-то пропустили, что ли? Нет, мы сюда просто не дошли, да? А, вон там, ребятки, походу, какой-то тайничок. Какой-то тайничок, ребят, с оружием есть. Отлично было бы туда попасть. Я не знаю, как, честное слово. Очень хреново, после того, как мы перетаскиваем предметы, оружие, которое у нас было в руках, не возвращается. Вот это очень херово. А как сюда попасть, я не знаю. Может быть, по кнопке стрельнуть? Типа как в Квейке, да? В каком-нибудь стареньком.
где бы какой-нибудь рычажок дернуть. Плохо то, что фонаря, конечно, у нас нет. Давайте попробуем вот эту кучу. Ой, блин. А что такое было сейчас? Я сам себя типа коцнул. Ящиком. Вот этот вот больно какой-то. Не понял, они как-то подсвечиваются странно. Ладно, давайте возьмем один, попробуем. Нет, не... Да. С ящиками надо быть поаккуратнее. Ладно. Короче, у меня пока идей никаких нет. Поэтому давайте посмотрим. Может быть, потом просто нужно будет вернуться. Вот, смотрите, есть рубильник. Вот это явно какой-то тайник. И как тебя туда сбросить? Вот, отлично. И что нам это дало? Так. Ага, то есть это просто тупо мы открыли дверцу. Давайте, знаете, что сделаем? Давайте попробуем вот... Погоди. Мы рычаг дернули, мало ли, вдруг там дверь тоже вот эта открылась. Нет, она не открылась. Я сейчас так чисто проверяю, потому что мало ли, вдруг какая-то взаимосвязь есть. Нет, никакой связи нет. Ну, поехали тогда вниз. Блин, ё-моё, последний патрон, только застрелиться как раз, блин. Вот эта штука тоже двигается прекрасно. Надо все проверять. Здесь же должна быть вообще куча секретов, по идее. Блин, так, тихо. Где-то кто-то проснулся, какая-то псина. Что-то где-то открывается и закрывается. И вот кто-то стоит здесь. Да, в кого-то попадаю. Кто это, даже не знаю. Кого-то убили. Кто это был-то? А, эти мутанты долгорукие. Или кто-то в этом духе, короче. Да, ребят, атмосферка немножко нагнетает. Где? Ух, ребята, атмосферка немного нагнетает. Да ладно. Конец уровня, что ли?